У Харланда Дэвидса Сандерса жизнь не заладилась с самого начала. Он рано бросил школу, потерял отца, постоянно менял работу, из-за этого от него ушла жена. И вот, когда ему показалось, что больше стремиться не к чему, Дэвид вспомнил, что умеет отлично готовить. И начал собственноручно жарить бесподобных цыплят, добавляя свою уникальную приправу. Курятина стала чрезвычайно популярной. Доход в бюджет приносила неимоверный. Знаменательное событие в жизни Сандерса произошло в 1935 году, когда губернатор Кентукки присвоил Харланду титул кентуккийского полковника за заслуги перед штатом. Можно сказать, так он и стал воплощением американской мечты. Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Из-за бедности семьи Амансио Ортега не смог закончить даже среднюю школу. И с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек. До 37 лет работал помощником в магазине. Но страсть к моделированию и шитью одежды его не покидала ни на минуту. Поначалу он вместе с женой Розалией шил халаты, ночные рубашки и женское белье в гостиной собственного дома. Однажды клиент отменил заказ на крупную партию белья. И чтобы спасти бизнес, супруги решили продать сшитое ими самостоятельно. С этого дня и началась строиться империя одного из самых известных брендов одежды. И потом вам деньги вообще не нужны. Вы уже старенький. Энг Ли до 36 лет был безработным, хотя и изучал кинопроизводство в США и снял пару успешных студенческих фильмов. Но дальше этого дела не пошло. Только когда сейчас всеми известный режиссер разменял четвертый десяток, его сценарии победили в конкурсе, после чего началась его карьера. Теперь Энг Ли знаменит на весь мир. И вы наверняка видели его фильмы. «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Халк», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».